Слушай, что вам? Радхай Батла Дуна. Давай, не надо. Хорошо, хорошо. Да, я подушка. Какой-то агрессивный одноразовый кадыровец хотел, видимо, продемонстрировать крепость своей веры, но выставил себя невоспитанным быдлом. Вместо того, чтобы нормально объяснить этому священнику, что он мусульманин, он начал его оскорблять. Может возникнуть вопрос к кадыровцам: если вы так ненавидите их, то зачем отправились помирать за них? Вы ведь ради денег и славы с радостью берете у них кресты и вешаете себе на грудь. Чем крест лучше этой их так называемой святой воды? Тут ответ очевиден: кадыровцы лицемеры, то есть мунафики. Они и из ислама вышли из-за своего предательства и к русским до конца не примкнули. Такова сущность предателей: предал однажды, предатель навсегда.